спать могли спокойно, танцевать и петь могли. Почти всю. Начал пацаном. Воевал в 4-й стрелковой дивизии 11-й армии Брянского фронта. Первый раз получил ранение в Брянской области. Потом был я автоматчиком. Тогда ранило меня. Стал командиром отделения роты противотанковых ружей. Я очнулся только в частном доме. Спрашивают, где ты? Где я? Сейчас, говорят, в госпитале, Польша, Румыния, Венгрия, в Австрии закончил войну. День Победы как раз город Вена.